Все смотрят на статую 173. Видишь? Видишь статую, да? Да. Эй, вы поломали статую! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Енот, Алга, Аспид, Данжен Черри, Кабанчик, еще очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Здорово! Давно у нас не было толпа бешеных NPC, например, скромников, SCP-096, у нас есть отдельный мод, они очень бешеные. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, у нас вакханалия с миллионом NPC. Готовьте вас оружие. Там, мне кажется, оружие вам тут не помогут. Хорошо, админские пистолеты. Выживает как... Каждый выживает как может. Ну все. Пошел. Ребята, не насколько я поставил штук, но достаточно поставил для того, чтобы было интересно выживать. Давайте просто постоим тут и посмотрим. О, крики пошли. Прощай. Прикольно я тебя замочил. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся поднимать вам настроение и записать что-то очень интересное. В принципе, что сейчас и происходит. Кстати, я скажу, что сейчас дальше мы еще кое-что сделаем. Давай поставим еще других NPC. Для того, чтобы было интереснее, например, мы поставим чумного доктора. Давайте мы удалим чуть-чуть. И вместо них поставим чумных докторов. Вот так вот. Ах ты жопа, блин, я аж дернулся. Охранника из ФНАФ убил? Ах ты падла. Пацаны, вы где? Мы возле воды. Давайте встречаемся возле воды. Они не умирают. А чё они не умирают? А я уже три раза в них монеткой стрелял, они не умирают. А, монетка не, у них очень много жизни. А давайте проверим, может этот урон между игроками. Стоит. Ого, они мимо пробежали все. Ну а как это? Урон-то стоит, потому что они нас убивают. Умирают, я проверял. Ух ты. Вот это... Давайте поменяем скин. Потому что это гаррисмон. Здесь можно делать, что хочешь. О, я буду этот. Губка Боб рулит. Бобка Боб. Да, кто хочет, берите тоже. Будем это, толпа Губка Бобов против скромников. Они там бегают, все суетятся. Кстати, а чё они резко начинают за нами бежать, если мы их не трогаем? Он начал их заагрить на себя, не? А, это по лору. Давайте попробуем перепрыгнуть. Ух ты! А они какие-то неадекватные, у нас еще есть вот такие NPC. SCP. Я вообще эти ни разу не ставил, почему? А эти, кстати, тут некоторые даже не активировались. Да? Да. Смотри, тут посередине все еще не активировано. Ну пусть ставят, то запасные. Да что такое творится? Их еще перенастройка поставил. Я бегу. Он сзади. Прощайте. Я успею спрыгнуть? Он ко мне? Он за мной. Ну, Губка Боб, прощай. Это жесть. Так, я хочу поставить... Я перебью целую пачку, Ладно, давайте без него. Пошли. Надо стоп-сон прописать. Да. Это чели, которые из-под земли вылазят. Это ладно. Дедушка. Давайте тогда поставим с обычного пака. О, у нас же есть еще скромники другие. О, я зомби стал. Каких? Чумной доктор меня превращает в зомби. Он ходит, зомбачачина. А вот это да, зомбачачина. О, орут. Другие скромники пошли. Я Фликса убил каким-то образом. Это рикошет от головы. От кого? А вот тут кого-то убили, превратили в зомби. Это меня, то я был за это. Подождите, у нас еще есть тут скромники. Вот. Вот этого надо загреть на себя. О, это что за темные скромники? Это вообще где-то жестокие. Из ракет стреляйте из себя сам пакал. Че, мочи, дай их? А я хочу. Одна ракета. Тимка, беги, в ракеты, видели, как под ногами пролетают? Это было эпично. Давай появляться. Ого, там кто-то подлетел. А, это старая моделька. Ах ты жопа, убил меня. Вот тут их-то много. Эй! Ого, вы чё? Мне нравится.
Ой, я сам себя убил. Они что, вижу, с собой дерутся? Нет, это я их. Это я их с помощью... Ой, куда я прилез? Там толпа скромников. Видел? Он убил этого, другого. Да? Что-то не умирают, да. Он, короче, хотел толкнуть тебя, а толкнул другого NPC и убил его. Они сейчас не активируются. А, нет, вон. Активируются, по башке стреляй. Вот нет, так. Блин, подождите, стреляйте по ним. Хорошо, делаем другое выживание. Пацаны. Давайте, давайте дальше. Миша, все фигня, давай по новой. Давайте прятаться. Давай, спрячься. Спрячешься от нее? Смотрим. Смотрим. Все смотрят на статую 173. Видишь? Видишь статую, да? Да. Эй, вы поломали статую! Она же обосралась! Убиваем ее матерёвками! Давайте другую поставлю, на тебе! Мочи, а я отвернусь специально, чтобы вас смочила она. Сейчас это тоже смотри. Ой-ой-ой, бежим! Нормально поставил? Сейчас нормально. Каждый, сейчас по одиночестве, Дим. Сейчас... А я ухожу специально, чтобы вас убило. Ребят, говнючку. Иди за мной, иди за мной. Опа! Она достанет. За мной, я вижу, вот это вот достанет, захватилось. Вот сюда вот залезайте. Нет, никто. Такое ощущение, что кто-то меня убьет. Димас, все вот сюда вот лезьте. А где ты? Вот, я около Фликса. Классно, я тоже около какого-то челика. Точно, все в нычку. А я всех убил, вы куда? Да ты ж читер, что ли? Массовый бум! Хорошо, сейчас я так делаю, что ты не сможешь их убить. Я залез в нычку. Тебе эта нычка не пригодится. Ах ты ж! Кого же поставить? Фу. Стаканчик у нас читер, он на балконе спрятался. Чё они не дамажат? А кто такие? А чё? А чё они не убивают? Ух ты! Они прикольные, на них можно смотреть. На них наоборот нельзя, ребят, не смотрите на них, это 33, на них нельзя смотреть и близко нельзя подходить. Да? Я уже подошёл. Хорошо, смотрел, да. Раз вы такие умные, тогда поставлю других челиков. Димас, поставь этот неубиваемый ящик, а будет просто потому что убиваемый. Ой. Это что такое? Бешеные. Котопсы. Ненормальные. А я к заканчику залетел. Тут нормально. Так, я слышу, ходят толпой. Они же прыгать могут, вы же помните? Они не допрыгивают, Дим, тут нормально. Воу! Убегаем. О, толпа там. Не прыгают почему-то. Я думал, они прыгают. Они медленные. Музычка у них такая веселенькая играет. Да. Тихо. Подо мной. Ну не прыгает. Почему не прыгает? А ты где? А, вон ты пытаешься. Ну я смотрю, что они делают. Они просто как дурачки. Ходят просто туда-сюда. Не, они какие-то скучные. Давайте веселых. Хочу прям весело, какую-то такую битву. Давай ящерок. Вспомнил. Давай ящерок. Ящерок? Да, бессмертный. Это что такое? Ой, большой чувак. На. Зачем эфир? Он же вообще, его невозможно убить. А ящерицу можно убить? Он умер. Тебя невозможно убить. Ты обманул опять нас. Ты убиваешь всех в хате. Иллюминатор. Хорошо. На, попей. Это что такое? А, это те эти демоны. Летучие падлы. Демоны. Я лечу на крышу, посмотрим, как пацаны будут выживать. О, вот. Дим, тут есть безопасное место. Они же высоко прыгают. Ну не, они не залетят прямо на дом. Давай балкончик. Дим, на дом не могу. Балкончик. А где вы? А, я вижу, сейчас попробую допрыгнуть. Балкончик, давай. Так, ребята, напишите в комментах, допрыгну или нет. Мне кажется, прям от тебя... Ой-ой-ой, Дима! Смотри, что тут творится. Ого! Это дядя? Это пацаны, знаете, ручные голуби. Вы с балкона вышли и хлебушек им бросаете. Акула эпично отлетела. Хлебушек дайте им покушать.
Нормально они гасят. Вот это веселое. Так, давайте попробуем стихийные бедствия скомбинировать вместе с ними. Говорят, что залагает. Или вылетит. Давайте проверим, вылетит или нет. Стихийные бедствия? Ого. Слышь, оно их убивает. Убивает? Да, оно их сожгло. Реально нормально. Сожгло. А чё так? Тут один вообще превратился в сухарик и завис. Воу. Это на что? Это буря. Это ураган. Нет. Нет. Ребята, давайте все вниз. И сейчас мы сделаем выживание только мы. И 100 хп. Давайте, кто выживет, тот самый лучший игрок. Все, выживание начинается. И все? И все? А там кто-то улетел. Там кто-то воздух. Что за баг? Оно кого-то воздух даже поднимает, Дим. А кого? А меня почему-то вообще хилит. Что за баг? А, это фликс меня хилит. Ой-ой-ой. Мега-смерч. Мега-смерч. Во-во-во, да подсасывает. Нет, ничего. Да нет. Давайте проверим, поднимет меня воздух или нет. Во, я полетел. Серьезно? Вот это жир. Меня на волку запечатало. Воу, вот это нормально меня подкинуло. Я возьму аниматроника. Для прикола, что будет, а ну-ка. С гитары, с банджи. Ну-ну-ну-ну, мне интересно, он просто поднимет меня от земли, оторвет или нет? Так. Интересно, это можно убить? Это нельзя убить. Ой, меня засасывает. Не-не-не, не поднимает, просто толкает. Значит, получается, что, аниматроник тяжелый? Во-во-во-во-во, еще. О, подняло, подняло! Подняло аниматроник? Да, я лечу в небе! И я думал, что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!